Всем здрасте, я Нубастер. Сегодня я буду играть в симулятор хомяка и наверняка потрачу очень много робокса. Кстати, вопросик дня. Напиши в комментариях, сколько Нубастер потратит сегодня робоксов в этом видосике. Не забудьте поставить лайкосики. Начинаем. Вау, приветули три кастрюли. Я сегодня проснулся и прикиньте, я хомяк. Ничего себе. Пошлите. Если я хомяк, то я хочу орехи. Прямо сейчас. Орехи, орехи, ко мне, ко мне. О, подождите, а где все? Так, а где мой хозяин? Его нет, он пошел на работу. Это означает, что можно пойти тусить. Можно все разрушить. Можно сходить в туалет. Поверьте мне, сегодня будет очень весело, потому что я сегодня потрачу в этой игре очень много робоксов. А на что ты, Нубастер, потратишь робокс? Ну-ка нам скажи. Ребята, в этой игре можно играть кошкой. Вот мы сейчас поиграем хомяком немножко и приступим играть кошкой. И кошкой стоит очень дорого. 700 робоксов, представляете? Поэтому мы тут не видим кошку. Где кошка? Кошка! Знаете, почему мы не видим кошку? Да легко, я уже сказал. Потому что, чуваки, потому что никто не хочет тратить 800 робоксов на то, чтобы, короче, ребята, быть кошкой. А я потрачу. Ну что, давайте прямо сейчас. Поиграем, ну, минутку, ладно, две, три максимум. И начнем играть кошкой. Начнем все хлопать, кушать. Куда мы присвалились-то? Вот это да! Какая здоровенная карта, вы только посмотрите. Мы что, к бомжам, что ли, свалились? Не... Помогите! Это как повоняет! Помогите! Моя банда хомяков! Помогите мне! Окей, мне пришлось снова появиться, заспавниться дома, потому что я куда-то улетел с балкона. Давайте посмотрим, что тут есть. Так, мы куда ходили? Мы туда ходили. Или мы сюда ходили? Подождите, а, мы здесь не были. Давайте посмотрим, что мы можем делать. Мы можем, ребятушки, вот что делать. Мы можем просто хомяку на шляпочку надеть. И будем играть. Вот, шапка точно. Если мы пойдем на улицу, нам, ну, мы обязаны быть в такой шапке. Мало ли дождь пойдет. Пошлите. Пошлите, как не крутить. Посмотрите, там монетка. На монетке мы можем покупать, ребята, кучу-кучу вещей для хомяка. Поэтому давайте немножечко монеток накопим. Хотя зачем на монетке, если сейчас Нубастер скоро будет тратить робоксы? Ну давайте немножечко посмотрим, ребят, как вообще живется хомяку. Вот, представьте, у вас есть хомяк? У меня лично есть хомяк. Ставьте лайк. Давайте вот это закроем. Ставьте лайк, у кого есть хомяк. Я ставлю лайк. У меня есть хомяк. У меня два хомяка, если честно. У меня еще есть крысы, но, правда, и кошки. Да, вот так они живут немножко. Но, ребят, мне очень интересно, как хомяк живет. Поэтому я решил поиграть в эту игру. Мало ли я пойму теперь, что он хочет. Может, он не любит орехи. Я ему сую орехи. Может, ему не нравятся семечки. Может, он хочет пиццу. Посмотрим. Так. Подождите, пока мы ходим, ребят, я пока что ни одного... Я думал, это кошка, это крыс. Я не нашел ни одного хомяка здесь. Сколько здесь играет людей? Вы где все? Братаны, мы сюда не можем пройти. Что делать, ребят? Ну все, я думаю, пришло время, чтобы становиться кошкой. Давайте всех поедать немножко. Ну что, готовьтесь! Сейчас кот придет. Ну что, прямо сейчас нажимаем переключиться на кота. Как видите, стоит сколько? Ничего себе, сейчас упаду со стула. Так, давайте покупаем это и... Где кот? Подождите, просто знаете, эта игра глючная. Она бета-версия, и здесь может быть так, что... А, нет, все работает. Это я, что ли? Подождите, а что я такого цвета? Подождите. Так, хорошо, скрываем это. Скрываем. Это я, ребята. Вау, круто! В этой игре появился наконец-таки кот. Вот это бутерброд. Кстати, сам реально бутерброд на столе лежит. Так, у нас кот умеет бегать. Быстрый. Он очень быстрый. Быстрый, киски. Давай. Прыг. Ладно, вырубаемся. Может, сесть, посидеть? Посмотрите на его пяточки. Вау, давай десяточки. Лечь можешь. Ладно, ребят. Нормально, прилично, все отлично. Так, вот. Так, все, давайте, соберемся. И посмотрим, можно ли тут что-то сделать с котом. Мы можем ему шапку также купить, ребята. Вот, так, ну, волосы. Может, коту, ладно, давайте все это убираем и начинаем. Начинаем находить хомяков. Что будет, если мы найдем хомяка? Давайте это скрываем. Найдем хомяка хоть одного. Так, давайте купим спринт. Ну, не купим, а точнее просто нажмем на спринт. Помните, хомяки были внизу. Ой, наверху. Точно, пошли этих хомяка. Ну что, хомяки? Ну вот и я, кот. Здорово. Здорово, иди сюда, быстро. Иди сюда.
Смотрите, как боится. У меня так же хомяк себя ведет. Когда он боится, он убегает. Иди сюда! А, ща я тебе покажу. Так, ты... Так, надо лечь, ребята. А, понятно, вот все. Иди сюда. Ща я тебе залезу. Я тебе сейчас пролезу туда. Не, мы не можем пролезть, ребят. Что такое? Не знаю, короче. Так, давайте подальше. Будем ждать его за углом. Вот здесь. Так. Иди сюда. Он нас не видит, кстати. Тут кот валяется, ребята. Он очень немножечко издевается. Так, давайте сядем. Так, подождем. Хомяки, выходите. Выходите. Ничего не понимаю. Тут играет раз, два, три, четыре. Ребят, надо идти на другой сервер. Здесь мало игроков играет. Ну что, коты, хомяки? Мальчики, девочки, я вас поздравляю, мы зашли на другой сервер. Вот смотрите, я как будто уже родился котом. Классно, просто, это просто поразительно. Но я влюбился, влюбился в то, как быть котом. Хочу, прыгаю, хочу, сплю, хочу, сижу. Сижу, я сказал. Так, ну до сих пор я, конечно, его поза очень смешит. Ладно, давайте, короче, вырубаем это все и нам надо позвонить. Так, алло, алло, это зоопарк? Нет. Передайте привет горилле! Давайте, знаете что, ребят, надо найти хомяка. Мы зашли на сервер, где больше всего играет людей. Да, и на этом сервере тоже немного-то людей играет. Но мы должны найти здесь хомяков. Хомяков! Из них мы сделаем кучу шашлыков. Давайте посмотрим, где же они. Так-так-так, они, во-первых, могут быть на улице, пошлите на улицу. Но потом мы поднимемся наверх, потому что все там спавнятся. Так-так-так, ну что? Чё-то тут хомяками не пахнут. Ведь у кошки должен быть отличный... Отличный за... Вкус... Нюх. Здорово. Воды, говорит, нет. А чё? Так, ну давай посмотрим. Сейчас пацану поможем по-бырому. Смотрите. Так, у нас здесь, получается, ведёт. Ведёт, получается, вот это все туда, туда. Сейчас мы ему поможем. Сейчас мы поможем тебе, чувак, лежи. Потом я съем хомяков. Подождите, хомяки никуда от нас не убегут. Мы должны помочь этому пацану. Так, у нас этот что-то далеко идет. И чё, включать надо это, что ли, да? Так, и что, и как... Как это работает? Пошлите посмотрим, может, у нас там... Ой, здрасте, хомяк, потом я к тебя съем. Подожди, попозже, там поползай пока. Так, где-то здесь должен быть включен кран, чтобы... Вот здесь, ребят, должен быть включен. Что какая-то ерунда. Пацан, я что-то не могу тебе помочь, к сожалению, не работает совсем. Там должна быть включена вода, но почему-то какая-то ерунда. В общем, непонятно, ничего не понял я. В общем, пацану помочь не можем. Может, вообще такого задания нет, чтобы помочь ему включить воду. Ну ладно, давайте, короче, все тут уберем со стола, потому что сейчас будет кот танцевать. Ну, сосиска в тесте, ну ты давай-ка-то вали отсюда. Давайте, короче, и так... Посмотрим, эмоции тут доступны в игре? Нет, недоступны. Так, кот не может, да, ничего делать? А как нас будет звать, ребят? Давайте Фантик будет звать. Нет, давайте Нубастер тогда уж. Нубастер. Кот Нубастер, почему бы вот? Не разрешили мне, к сожалению, вести. Ладно, Нуб, Нуб. Нуб, Нуб, можно? Нуб, можно? Вот, Нуб. Нуб, отлично. Но он реально на Нуб похож, смотрите на его лицо. Ну, неужели он знает, сколько будет 2 плюс 2? Я сомневаюсь. Давайте, пошлите. Нам нужно идти наверх. Нет, это улица. Это вообще уже не то. Вообще не туда пошли. Вы только поглядите у хозяина этого дома, сколько тут вкуснятины. Ну, конечно, не полезной еды. Там печенье какие-то, чипсы, сосиски в тесте, гамбургеры. Да, я представляю. Что ты мне тут наложил? Я хочу гамбургеры. Это что? Подождите, это что такое? Реально китикет, ладно. Пойдемте, короче, наверх. Будем ловить всех здесь хомячков. Давайте, короче, выберем, наверное, вот такое. Ну, типа, мы как будто добрые коты, да? Добрые. Мы добренькие. Пошли. Куда пропало? А куда пропало-то? Ладно, понятно. Эта эмоция, она, видимо, не навсегда. Ну что, давайте поедать всех. Здорово, чувачки. Так, надо спрятаться, ребята, вот тут где-нибудь. Так, заныкаться где-нибудь вот тут. Так, мы можем что-нибудь на клавиатуру нажимать? Можем, смотрите. Ух ты, пух ты, ничего себе, игрулька-то реалистичная, ребята. Так, я вам пишу. Привет. Привет, мне нужно... Привет, бабушка, спасибо тебе за робуксы. Так, подтвердить. Да, совсем не получается. Ну что, ребята, так, мы ждем... да, он... Видите, видите вот эти вот значки, видите вот эти решетки? Он, это имя мое, ну, Бастер, это ты. Давай скажем. Да! Я тебя съем. Ну что? Да, это я. Вот так, ребят. Но мы туда залезть не можем. И можем ли мы... А, он защитился. Он, смотрите, защитился, хомяк. Да, мне было интересно. Вот я купил кота. И что мы теперь будем делать с хомяками? Надо разбираться с хомяками. Так. Ребята, походу, такая вещь случилась, что мы не можем их кушать, что ли? А, я понял. Они защищаются в каком-то круге. Эй, вы чё?
А ну-ка стоять! А ну-ка стоять! Ребят, давайте, короче, нашего кота апгрейдим немножко, потому что что-то он какой-то... Ну, что-то он какой-то вообще, смотрите, вообще какой-то никакой. Так, давайте ему, короче, так, а... Тут стоит все за монетки какие-то. Так, у нас тут... Смотрите, что можно покупать, смотрите. Паричок себе хочешь? Подождите, что это? У тебя волосы выросли, кот. Ты крутой теперь. Вау, круто. Ты теперь Симбочка почти. Давайте посмотрим. Так, скины котов, да, скин. А, вот, можем покрасить можем кота. Мы были таким, можем быть таким. Таким. Какой, ребят, у вас кот? У вас есть дома кот? Ну, у меня где-то вот такой. Не, не где-то вот такой, да. Ну, что-то такое, вот что-то похоже на такое. А, можем вот такое тебе придумать. Буду... Ладно, давайте, короче, уже пошлите. Это вообще уже, это я теперь как будто мама-кошка, смотрите, немножко. Ладно, давайте, короче, попробуем, ребята, поймать кого-нибудь. Так, хомяки там спавнятся, но они оттуда не выходят. Давайте купим спринт и посмотрим вообще всю карту. Потому что карта большая, давайте все смотреть. Смотрите, тут какой-то романтик живет. Положил розу для своей... Тут тоже можно на кнопки понажимать. Точно. Все можно нажимать. Все нажимается. Круто. Так, тут мы все изучили. Так, все мы посмотрели. Да, вот это что такое? Там, смотрите, что это за хомячая тут штучка? Не, понятно, пока мы кошки, ребят, мы не можем. Немножко даже, немножко не можем брать. Не можем брать ничего. Ни монетки, ни хомячие этикетки. Давайте посмотрим, что у нас на улице. Потому что мы тут все изучили. Да, там гараж. Там у нас что? Еще комнаты какие-то. Так, тут у нас... Так, какой-то бардачок, короче. Так, у нас тут что? Может быть, можно покататься на вот этой штуке? Ну-ка. А, мы можем ее включить. Отключить, кстати, не можем. А, можем. Так, давайте, пошлите туда гулять. Тут, короче, свободный мир, чуваки. Поэтому можно просто пойти, реально погулять, прогуляться. Может, мы кого-нибудь встретим и сожрем его по пути. Давайте, пошлите, посмотрим, насколько большая карта. И что надо делать. Я так понимаю, что тут можно, можно все-таки выполнять задания, чуваки. Может быть, так, вода у него набралась или что-то? Нет, не набралась. Ладно, давайте с ним потом разберемся. Так, у нас здесь большой город. Большое пространство, смотрите. Магазин какие-то. Так, автобус, обобус. Пошлите в автобус, попробуем сесть. Пойдемте. Попробуем сесть в автобус. Может, мы куда-нибудь поедем? Я, конечно, сомневаюсь. Но мало ли. Мало ли. Давайте посмотрим. Так, а он вообще открыт автобус-то, обобус? Ну, сюда точно хомяки, наверное, не дойдут. Мы зашли в автобус. Вау, круто. Ну что, я как... Так, я хочу рулить. Так, ребят, мы не можем, короче, рулить, ничего не можем делать, хорошо. Автобус и... Так, тут получается магазин. Все, уходим, короче. Пойдемте, короче, есть хомяков. Теперь, я думаю, от ними от меня не убегут. И если они будут попадаться в шар, будем что-нибудь с ними делать. Жалко, тут у кошки нету функции, чтобы можно было всех кушать. Но, к сожалению, мы то, что имеем. За 700 робуксов мы получаем, ребята, что? Просто кошку, которая, видимо, не может даже не немножко. А кошке надо высморкаться? Вот лично мне надо высморкаться. Кошка, послушай. Ладно, пойдемте, чуваки. Вот, смотрите, пойдемте. Хомяк в шоке, смотрите. Говорит, мама! Посмотрите, а ну иди сюда. А ну иди сюда. Так, сейчас мы тебя съедим. Так, ребята, смотрите, он спрятался в шар. Мы не можем его съесть. Ладно, умный хомяк. Кого мы еще можем съесть просто так? Давайте. О, отлично. Можно тут... Можно ли вот эти все шахматы разбросать? Оп, можно, круто. Теперь они не запомнят, кто из них выигрывает. Так, ладно. Дальше кто тут у нас есть? Ребята, я что-то не вижу. Кто тут играет? Сколько тут играет людей? Потому что что-то совсем... Вон тут и ходит. Он до сих пор в этом шаре. Нам нужен хомяк, который не защищен. Который не бегает в шаре. Который простой. Он парень простой. Так, посмотрим, где он. Ну, или девочка простая. Вон они. Вон уже, два хомяка заспавнились. Так, давайте вот тут садиться и ждать. Ну что, тут хомячок катается, он над нами издевается. Он постоянно в круг, короче, добивается. А вот те хомяки, которые там, они спавнятся. Но они сюда не идут. Ну что, давайте попробуем напугать. Вы увидите такую рожу в 3 часа ночи? Ну что, хомяк? Конец себе, походу. Иди сюда. Я злой кот! Ну что, ребята, что-то не получается у нас совсем. Они не кушаются, смотрите. Я купил себе хомяка за 700 робуксов, а он несъедобный. Кошка, ты понимаешь немножко, что происходит?
Ребят, я не знаю, что делать. Походу, не придумана функция, чтобы и как-то действовать на хомяков. Было бы прикольно, что если мы играем за кота, мы должны их как-то уничтожать, хомяков. Ну, типа, чтобы это было интересно. А они совсем не уничтожаются. В чем дело, ребята? В чем дело? Я сам в шоке. Ладно, ребята, раз у нас кот не работает, хомяки у нас не съедобны, тогда знаете что? Пойдемте попробуем повыполнять какие-нибудь задания в этой игре. Вот, например, тот парень явно это какое-то задание. Давайте к нему подойдем. И он говорит, что нет воды. Чем я могу вам помочь? Вот, давайте спросим. Можешь включить воду? Хорошо, я сделаю. Так, спасибо, вернись, если что. Вернись, если ты это... Ну, хорошо. Так, у нас получается вот так. Давайте заново начинаем. Ребят, сейчас все проверим, сейчас все посмотрим. Узнаем, что нам мешает для того, чтобы... Для того, чтобы... Ну, тут вообще, по сути... Тут, ребята, по сути, шланг тут кончается. Да, по сути, чувак, тебе не видать воды, походу. У тебя сломанный этот, ну, провод. Ладно, пойдемте дома посмотрим, что тут вообще. Что нам мешает? Почему вода не идет по вот этому водопроводу? Кот еле идет уже. Так, ну тут вообще вот здесь надо включать воду, да? Верно ведь? Верно. Так, да, значит, нам надо в туалет. Пойдемте в туалет на обед. Ребят, мне уже, ну, типа, надоело быть котом. Скажу вам честно, сначала мне понравилось очень сильно быть котом. Но сейчас я понимаю, котом быть скучно. Мы реально только бегаем. И посмотрите, мы бегаем, и просто я уже весь вспотел. Я уже все, я этого не хотел. Так, ну что? Так, надо включить, да, как-то кран? Чтобы нас потекла водичка. Но, к сожалению, водичка не течет. Нет такой функции, ребят, в игре, чтобы включить водичку. Пацан там, походу, будет сидеть целый... всю жизнь ждать воды. Пойдемте на второй этаж, там тоже вроде был туалет. Давай, кот уже. Он уже не может, кот. Он уже говорит, все, я не могу больше. Ну, реально, ребята, это трудно быть котом. Так, смотрите, нажали, смыли. Вода у нас немножко появилась. Тут можно включить воду? Нет. И вообще, в чем заключается? Где брать воду для того мальчика, который сидит, ждет, пока мы ему найдем воду? Не знаю. Пойдемте посмотрим внимательно. Ну, если он, ребята, захотел воды, наверное, есть какая-то возможность. Чувак, я не нашел тебе воды. Я не знаю, чем мне тебе помочь, дружище. Прости. К сожалению... Тут написано так, к сожалению, чувак, походу тебе придется без воды сидеть. Я не могу смотреть на твое грустное лицо. Так, у нас, может, что тут мешает, я не знаю, ребят, короче. Может, надо машину завести, она, может быть, что-то сделает, поможет. Машину тоже, да, нельзя. Короче, что делать? Что делать в этой игре? Это самая глупая игра, которую я видел на свете, ребята. И еще, поверьте мне, детям, здесь еще можно в этой глупой игре потратить 700 робоксов, стать котом, который не может съесть хомяков. Я вообще, ребята, огорчен. Ну, хоть я для вас показал, что можно сделать, чтобы вы не тратили 700 робоксов, если вы знаете эту игру. То, поверьте мне, лучше не тратить, ребят. У меня еще что-то, короче, игра виснет, не знаю, что. Почему? Что не так? Вот цветочки. Пошлите, ребят. Ну что, ребята, я, как обычный зритель этой игры, могу сказать одно. Игра... Не очень. Ну, типа, короче, вообще скукотень полная. Тут не то, что... Вообще ничего. Короче, я не знаю, ребят. Я ставлю из 10 1 балл. Только за то, что хомяком быть веселым. Кошкой было поначалу весело, потом стало вообще невыносимо. То поэтому, ребята, все плохо. Все печально. Вот тут написано нуб. Да, действительно, я сегодня реально нуб. Купивший за 700 робоксов функцию кота. У меня все виснет к тому же. Давайте посмотрим, будет ли у меня виснуть за хомяка. Так, давайте. О, за хомяка все хорошо работает, ребят. Смотрите. Все, игра не виснет, не подвисает. Все круто, это означает, что, ребята... Теперь я тетенька-хомяк. Ладно, чуваки. Всем пока, с вами был Нубастер. Не забудьте поставить лайк. Всем покидосик.